Сегодня мы приехали посмотреть, что происходит на вырубке леса в поселке Поуру Солнечногорского района. Здесь будет съемка с воздуха. Чуть больше года производит работы, то есть выпилили уже огромную территорию леса, больше 150 гектаров, и производит уже земельные работы. Вывозит с той стороны, так сказать, где не предназначен заезд на дорогу, и поэтому происходит там аварии. Они, может быть, и не серьезны, но тем не менее они есть. Здесь начало водохранилища реки Клязьма. То есть, по идее, это должны быть охранные леса. В деревне уже вода завершается. Да. То, что лес не тянет воду, не подтягивает, сюда лес вырубили. Как говорится, значит, он не питается, естественно, да. То есть вода уходит. Сначала обещали, что здесь будет проходить типа чистка короеда. И как началась массовая вырубка по периметру. Короед же по периметру не может деревья уничтожать. И у местных жителей стал вопрос, а что происходит конкретно? Стали интересоваться, что да как, начали узнавать. В результате выясняется строительство технопарка. Таких технопарков сегодня, именно, которые не сделаны, их уже полно. Лес вырубили, дорогу вокруг поставили, кому не нужна. Ни одного человека там нет, и ничего не будет. На парке грамотные люди не на открытой площадке делают, а хотя бы те производства, которые разрушены, привязываются туда. Вот если бы не было активных граждан, конечно же, уже здесь бы давно беспредел этот шел бы не на, как сейчас, 300 гектар, да, уже было бы 500 гектар, 700 гектар, уже бы до дороги точно дошли. Вот, техника тут едет.